Дорогие друзья, всем здравствуйте, это новый выпуск по Clash Royale, и я сейчас буду не делать онлайн-катки, а смотреть их с комментированием игрока под ником... Какой у тебя ник? Simple. Simple. У парня 7000 кубков, он играет с големом, вы знаете, что я люблю колоды с големом, и я до такого уровня еще не доходил, мне будет интересно и полезно послушать его, посмотреть его. Его зовут Егор, привет, Егор. Привет, Ваня, привет, зрители. Он сейчас находится на спонсорском, это ж можно говорить, да? Да, да, конечно. Это спонсорский аккаунт, он его бустит, но у него на основе тоже 7000 кубков. И колода у него такая же с големом, только вместо электродракона, я так понимаю, молния, да? Да, да, правильно. Ну сейчас популярные деки, их несколько с големом, да? Это молния, электродракон и яд. И яд, да. Вот, и мы сейчас посмотрим именно онлайн-катки с вариацией этой колоды, с его комментариями, посмотрим, что там будет сейчас. И, в общем, усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рекламная пауза, и мы начинаем. Кто, ты готов? Да. Давай, тогда поехали. Тогда я нажимаю. Так, я сейчас пока скопирую его колоду себе, чпунькс, попробую потом тоже. 4. Бой сразу нашло, кстати. О, отлично, понеслась. Что нас контрит? Вообще идеально инферно. И деки со сборщиками. И ага. Молния. Ага. То есть, а если мы будем с молнией, то это уже нас не контрит, да? Ну, как тебе сказать? Смотри, молния, как бы, она против чего хороша? Против всяких сборщиков, опять же, против всяких инферно, но не всегда. Но эта дека чем хороша? Так это тем, что здесь очень много сплэша. Кстати, эта дека с инферно против меня играет. Ага. Инферно, ок, и инферно. Разрушение. Ух ты. Первый раз. А возможно и нет. Мышей в той деке не было, поэтому... Так, наша задача ждать двойной эликсир или голема можно до двойного эликсира ставить? Слушай, это все зависит от ситуации, так как иногда лучше всего подождать до двойного и потом уже собрать пуш и атаковать. Но иногда происходит такая ситуация, что ты там в плюсе по эликсиру, или ты знаешь деку соперника, там, например, это мортира, и человек ставит мортиру, и ты можешь таким образом атаковать. А, ну да, мортира, арбалет, то наверное, это да? Все по-разному работает, но здесь я пропускаю немножко урон, но я урон и наношу ему. Тут я уже не хочу пропускать лишний урон, задефаюсь, и, собственно, буду ждать двойного эликсира. Ага, получается, у нас вообще нету заклинаний, да, тяжелых? Ну, за исключением торнадо. Да, тяжелых их вообще нету. Ну, вот проблема в том, что я вот чувствую одним местом, что против меня играет инферно. А этот, а какой колодой, ну, более приятнее играть? С заклинаниями или без? Или, ну, удобнее, или я не знаю. По-разному, это очень ситуативно. Да. Я, например, вот сегодня апал 7-ка кубков на основе молнии. И, в принципе, я не скажу, что мне было как-то тяжело или что-то такое. Просто... Ну да, я вот сколько снимаю эту игру и подобные вопросы задаю, но нет такого ответа, что вот эта колода и ничего больше. Конечно, разные деки подбираются, так игра устроена, что постоянно нужно играть разными деками. Против одной легко, против другой сложно, да? Да, так и есть. Так, голем по правой стороне у нас идет. А чё так, чё не по левой? Я ему нанес справа урон, из-за этого придется. Ага, я понял. Так, я подозреваю, что у него инферно, поэтому сразу кидаю придик бочкой. Грамотно. И начинаю закидывать. Это мне ничем не поможет, так как он тоже не дурак. Ну, как я вижу. Как да. Я вижу. Но собьет кас, смотри. А, нет. Все равно, Все равно голем помрет. Да. И сейчас моя... Хотя смотри, я урон ему справа тоже нанес. Он ледяного голема неправильно кинул, да? Или нормально? Смотри, дровосек, хороший урон. Да, да, он кайтил, в принципе, все грамотно он делал. Ага. И сейчас мне остается только вот дефаться. Так. Что еще? Оп. Да, как я и говорил, у него разрушение это есть. Жесть. Приходится потратить сейчас электродракона. 700. И у него очень быстрый цикл. Бля, мне так сейчас напряженно. 600 хп остается. Да, быстрый цикл, конечно, дает о себе знать. Я докрутился до торнадо. Сейчас стяну торнадо. Так. Чтобы... поддержать пуш. Так. А попробую это... без урона дефаться, что я, собственно, и сделал. Да, но тут все равно видим, что у нас не получается именно сделать. Построить атаку. Да. С танком. Мы все тратим на деф. Слушай, а землетрясение для чего оно вообще?
Чего? Оно очень хорошо ломает здание. Ну все, он со снежка... А, нет, не добивается снежка, не добивает. 4 хп. Так, окей, надо сейчас пушить all-in. Просто all-in сейчас пушить. О, нифига себе, да ну нах! Нет, чуть-чуть. Жесть. Чуть-чуть. Ну, в конце было круто очень, да. Ну, слушай, ну, у него контрдека для меня. Да, Инферно, контра, ты мне говорил, да, это в начале. Ну ничего, все равно крутой поединок, мне очень понравилось. У него 7300 кубков в сезоне, то есть человек играл достаточно грамотно. Но вот, видишь, не повезло немного. Я в следующем бою уже. Ну не скучный поединок, это главное, мне понравилось. Так. А мне не очень. А сколько ли минус дали? 28 или 29, по-моему. Так. Выжидает. Опять вот эти бои. Ты же посмотри на этих. Я, честно, не видел такой колодыш. Это либо шарик, либо шарик, либо 2.6, да. Да, еще шарик есть. Так, пока посмотрю. Просто кручу карты сзади. Ага. Бандитка? Это да, это... да, возможно. Бандитку не... У него вот этот мушкетер живет всю жизнь просто. Да, это очень неприятная дека. Мушкетер живет всю жизнь. Да, он прокручивается, мелочь разную ставит. Баран. Барана я не смогу стянуть с помощью торнадо, так как он его выпустил слева, с левого угла. Ага. Очень неприятная дека, тоже быстрая. И здесь... Это как бридж-спам, да? Только вместо тарана... Да, баран. Да. Да, это и есть бридж-спам. Очень неприятный бридж-спам, который я лично ненавижу. И сейчас я, скорее всего, буду отдавать вышку просто, но я сейчас постараюсь забрать у него тоже вышку. Там ведь пламенный, это, собственно... да? Скорее всего. Электродракон. Неприятно очень. Ты не отдаешь вышку еще, ты сейчас еще можешь... Я думал, он по-другому немножко сделает, но да. Он за вышкой выкинул, да. Так, ну смотрим. Пока что нормально. У нас еще торнадо есть. Да, есть торнадо. Бочечка. Тут я бочку закину. Он дефает своего электродракона, так как, ну, видишь, он просто сплэшем бьет по двум целям. Ага, ты ничего не подкидывал, да, больше? А, нет, сейчас вот я подкину. Ой, а, и он все равно дефает, это идеально. Блин, он еще и урона не... И мне нужно мегамуху обязательно скинуть, иначе пройдет лишний урон. Ага, то есть ты не хочешь его, да, получать? Нет, ни в коем случае. Ему меня забрать очень легко. Я его все карты уже вижу, он уже все открыл, то есть больше у него ничего там нет. Да, у него ничего не должно быть. Оп, хорошо. Так, сейчас что, голема будешь копить? Скорее всего, да. За вышкой, да? Или где-то чуть-чуть выше. Нет, подожди. Нет, еще чуть-чуть. О, тычку дал, видел, да? А кто дал? Да, я видел, но не понял, кто дал. Темный принц, темный. Ага. Тычку пропустил, ничего страшного. Так. Я думал, он сейчас скинет этого. Что сейчас? Вот сейчас можно голема поставить. Ой, хорош. Сейчас будет сплэш. Торнадо, не? Нет, сплэша не было. Не буду пока торнадо стягивать, нету смысла просто. Жесть. Потно, да? Да жесть, просто я думал, ну все, это хана ему. Нет, нихера задефался, блин. Ты на тебя тоже топовые были эти атаки. Дефается нормально тут парни. Дефается хорошо, да. Он молодец. Весьма неплохо катает. Но и я не дурак вроде. 3-8 элика. Ну, тоже такая колода... Неприятная. Да. Весьма неприятная. Так, доходит дровосек, тычку две, ой, сколько ж урона наносит дровосек вообще, если бы не электродракон. Дровосек ум. Так. И я по-прежнему играю от дефа, я никуда не тороплюсь, мне ничего не мешает, поэтому, пожалуй, я просто отыграю от дефа и... Опа. Я знал, что он так сделает, ну, это было логично, в принципе. А вот это уже он, по-моему, в себя поверил. Братишка, ты что? Ну да, ты же накинул юнитов слева, ему как-то не резон было строить атаку, у него же все-таки не пуш-колода. Да. Ну так, плюс-минус. И мне, понимаешь, здесь нужно очень играть аккуратно в плане тактики, иначе он просто может сейчас с одного пуша мне вышку снести. Вот. Блин, мне так вот это непривычно, что добить вышку толками нечем, просто я так привыкаю. А, ну сейчас заклинаниями закидаю. А тут-то надо атаковать юнитами. Опа.
Опа. Ничего страшного. Чуть-чуть пропустили. И слева, и справа. Начинает он, короче, и там надо давить. Да-да-да, он все правильно начинает делать. И я не могу, по сути, какую-то атаку нормальную сделать. На вышке, да. Так, ну тут задефаешь. Он мушкетера нормально дефает. То есть он да. прокрутился уже до следующего, а еще этот живой, капец. Так. Слушай, я не очень обрадуюсь, если это будет ничья, если честно. Минута осталась. Ну, блин. Ясное дело, что... Так. Срочно нужна бочка. Эликсира вообще не хватает нам на голема никак. И сейчас без голема попробуем. Так, ну у него 4 элика. Опа. Оп, ай-яй-яй. Так, минус бандиточка тут по-любому. Сейчас слева он будет атаковать, скорее всего, потому что там мушкетер. Вполне возможно. А барашку не выбрасывал. Вот он налево ее приберег. Блин, тяжело реально, офигеть. Да-да-да, очень плотно. 18 секунд, я уже не добью. Капец, так и он тоже не добьет, у него нет тяжелых заклинаний. Вы посмотрите, ребята, на вышке. Они просто наравне практически. Вот это торнадо. Ты торнадо, по-моему, за весь поединок и не использовал, да? А я не мог в атаку его особо потратить. Ну, видишь, 900 хп. 900. Очень плотный бой, но у него, знаешь, в чем проблема была? То, что у него электродракон. А если бы пламенный был бы, попроще было бы? Ну, конечно, намного. А-а-а. Потому что я и не мог, по сути, построить пуш, знаешь, чисто все подряд выкинуть, без какой-либо логики. Угу. Именно так чисто, когда он свою атаку строит. Но у него тоже 7200 в сезоне. Игроки очень сильные. Слушай, а 7000 это последняя уже лига, да, типа? Да, это абсолютный чемпион. О. Получается, если ты сейчас выиграешь, ты возвращаешь эту лигу, да? Да. О, ну все, это как раз очень хороший повод. Давай, мы верим в тебя. Так. Тяжелые бои. Какие популярные колоды на таких? Голема, я так понимаю, не так много, да? Или встречается тоже? Нет, голема на этих кубках немного. Угу. Здесь больше вся... А, кстати, вот это вот пека, по-моему. Вот это пека. Пека контрит, нет? Yes. Если это молния, то да. Если это яд, то я его контрю. Да, 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 это пека. 100% пека. И один вопрос только есть, с мушкетером или с громом? Потому что, смотри, как это происходит. Вообще, у него должен быть мушкетер. Потому что, ну, а нет, окей, у него гром. Гром это чуть-чуть плохо, но не так. Слушай, здесь я должен выигрывать, обязательно. Так, это я читал. Вот мне нравится, когда люди, когда, ну, прям вообще в рояле поднимают высокие кубки, в основном это люди, которые прям в точности обо всем разбираются. Так, эту колоду я контрю, это не контрю. Там, если эта колода, если это там такая карта, то я, значит, это сделаю. Боже! Я так сильно не заморачиваюсь, всегда там взял и катаю. Вот что значит, почему такие высокие кубки, потому что они знают все, сколько что наносит урона там и прочее, блин. Просто все в деталях. А это очень важно знать, потому что здесь да. не работает тактика, знаешь, просто все подряд накинул да, и ты топ просто. Я понимаю, тут да. нужно очень-очень много думать, очень много какие-то тактики строить. И видишь, в чем прикол? Он вроде как и нанес урон мне слева, но он мне не дает справа. Наносить урон дальше. Он справа нанес? Да, справа. Он начинает карты скидывать по разным сторонам и, собственно, не дает мне, так это сказать, же тоже подумать. Бритспам, да? Конечно, сука. Это пека бритспам. Я пипец тоже не любил вот это големом играть против этой колоды. А ты уверен, да, что там пека, а не пламенный? Уверен, абсолютно. Вот сейчас я, кстати, могу поставить голема. Так, да, я это и сделаю. Оп. Хорошо. Дальше что думаешь? Опа, пека. Блин, просто я не знаю, что ты сейчас будешь делать. Мне самому страшно. А, рейдж пошел, офигенно вообще. Слушай, там голем яд. Идет. Ты говорил, если я, да, то больше шансов у тебя. То я его выиграю. Ой, дракончик наносит урон, вообще просто красавчик. Хорошо, 2000 так. хп. Тут он уже будет сейчас подкидывать карты. Ой, я подозреваю. Тяжело. Не, нормально, пока нормально. Блин, о, я только хотел сказать, я бы уже торнадо потратил. Он увидел, что эликсир дракона потратил направо, ибо я думал, он еще
какую-то тактику будет придумывать, но он забил, получается, и все. Так, что сейчас планируешь делать? Адефа играю. Безусловно, адефа, иначе, ну, ему меня запушить как бы изи. Ага. Я пока не знаю, до чего он додумается. Но, видимо, он ни до чего не додумается уже. Это уже лишний мув был с его стороны. И поэтому вот сейчас можно поставить голема. Пека с тоже идет, да. Так. Сейчас он будет пытаться все подряд просто скинуть слева. Слева, да? Это обычная тактика, обычная практика. Угу. Опа, хорошо, ну, вообще. Собственно, как я и думал. Как я и думал, да-да-да, все подряд просто хреначит, чел. Видишь, да? Вот его можно колоду назвать анскильной, вот в плане того, что реально тут можно выиграть за счет того, что прожимаешь все подряд. Ну, или тоже я думаю, да. Я думаю, можно. 200 хп осталось. И добить-то обидно, что нечем. Я знал, что он так сделает. Я знал, что он именно так поступит. Читаешь, да, соперника? Ой-ой-ой. Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Вообще просто шикарно все заходит. Ух ты, сука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого-ого-ого-ого. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай. Это же должно пройти. Блядь, сука, я не понимаю вообще. Как же тут все непредсказуемо. Блядь, давай. Да! Видел, да, 275 хп правая вышка, мне добить нечего. Да, но... я же за это говорю. Я, вот, если бы мне задали такой вопрос, я бы сказал, я все-таки даю предпочтение колодам с заклинаниями. Я просто вот иногда, когда остается мало хп, и добить нечем попросту. У тебя 0 урона, да, вообще, по заклинаниям? Ну нет, да, бочка, меня... но она же не наносит урон по вышке. Она же не долетает. Она наносит урон по вышке, если она дойдет. Правильно, как бы, но... я же говорю, что у тебя нету такого, чтобы тебя не задефали. То есть ты бы с пылом добил. Ух ты. Я встретил русского человека из Парабеллума. А, ты еще? Который играет... Да. Погнали, еще одну каточку, да, давай. Он играет мортирой. О, давай, это интересно. Я не знаю, какая именно вариация. По-моему, это с разбойниками. Ну, должна быть с разбойниками, типа все с разбойниками играют. Но я сразу хочу сказать, что этот человек играет очень хорошо мортирой. Это один из лучших игроков вообще в СНГ, который играет мортирой. Поэтому лично для меня этот бой очень интересен. Но в плане того, вообще как голем оно контр, будет. Да, мортирь, если так? Смотря какой. Смотри, если это молния, то ему намного проще. Если это яд, то да, это фулл контр. То есть это работает примерно если вот так. Если яд у голема, да? Да. Ага, я понял. Ну, я понимаю, почему так. Потому что молния, она же бьет точечно по целям, а тут много мусора. А яд, он практически все накрывает, а голем, что, голема тяжело законтрить. Так, ну, что я могу тебе сказать? Сейчас я буду... Да, сейчас я уже понимаю, как сейчас тут вообще прям... Как сейчас все будет, да? Ну, у тебя же еще торнадо есть, да? Думаешь, шашлык будет? Ты любишь шашлык, Вань? Ну да, можно, я думаю. Ну, любишь, да? Да. Ну, я тоже люблю. А так хвалил такой, да, сейчас тут очень... Не, ну вот я просто не знаю почему. Ну вот честно, я не знаю почему. Я, конечно, не мортировод, но он же догадывался, чем я играю. И почему-то он поставил мортиру в атаку. Да. Ну вот это, кстати, грамотный мув с его стороны был, но такое... Слушай, я вот честно, я не понимаю, почему он именно так вот сделал. Почему он именно поставил так мортиру, когда он знал, что у меня голем и что у меня, ну, элика хватает. А как ему надо вообще мортиру? Ему... Когда ему ее ставить? Ну, либо по противоположной, когда я... Голема поставишь? Когда я голем поставлю, либо в деф ее ставить, вот как сейчас. А дамажить шахтером, да? Да, и шахтером, и вот этой вот шнягой. Я, кстати, согласен, да. И мортиру, если бы он не поставил, то... Вообще так, просто, ну, вот это так. Фаербол. И все равно это все проходит и просто забирает с треском. Блин. Пошла атака на три короны, не справляется соперник. И все, ну тут уже ГГВП. Он даже не дефается. Да, ну, я, в принципе... я тебе скажу, он одну ошибку допустил всего за весь бой, это поставил мортиру тогда вот. Ну, я считаю, что он поставил ее не,
Ну, я тоже, да, думаю, что некорректно была, потому что он не нанес ничего и потратил здание дефа, которое ему потом обригодилось бы, если бы ты в атаку пошел. Слушай, ну спасибо за... Ты что, в бою? А, не. Я сделаю скриншот. А что это у тебя прикольно? 191, 91 трофеев этих. Как они называются? Легендарные. Короче, 19, 19, 1. Ты не понял, да, наверное? То что? А, ладно, ничего, проехали. В общем, подытожим. Колода с големом. Ну, я думаю, что меня большинство посмотрит зрителей, естественно, которые не сидят сильно высоко. Я думаю, что им эти колоды очень как... Колода, точнее, конкретно даже эта с големом очень даже должна зайти, потому что, ну, блин, играя на 4-5 тысяч кубков, там ломать можно просто всех, да, в данной... Но опять же, там много инферны, и, блин, мне бы было сложно вот с этой колодой играть. Я тебе так скажу, я сегодня вот... Ну, я весь сезон не играл на основе, но я даже вот там 6600 взял декой, который я вообще в жизни не играл, и 7к апнул вот сегодня, ну, вообще легко. Это ты, Молния. Ты понимаешь эту игру лучше, чем мы. Ну, есть такое. В большинстве нас. Нет, ну вот я считаю, что... Игроки, которые вот... Я считаю, что нужно, чтобы было больше големоводов в СНГ хороших. И да. Если уметь играть големом, то очень можно, так сказать, неплохо всех выигрывать. Ну, я люблю големом. Не знаю, мне нравится просто эта колода. Это не конкретно это, а вообще в целом колоды с големом. Я разные колоды раньше пробовал. Вот что-то мне больше всего, я не люблю ни спеллбейты, ни мортиры, ни арбалеты, ни бридж-спамы вот эти. Вот любил голем-гигант, вот это мои как-то любимые колоды. Я помню, как ты с Данчиком на стриме играл, и тебе Данчик кричал: «Ваня, давай все подряд, как ты умеешь». Это была моя тактика с двумя принцами, это прям просто... Не, да, было время. В общем, Егор, в любом случае, спасибо. Если вам, ребята, понравились комментарии и понравились онлайн-катки, вы пишите, ставьте лайки. Возможно, мы еще что-нибудь запишем интересное. Может, с другой колодой, может, на других кубках, может, другие атаки. Но в любом случае, может быть, что-нибудь повторим, либо когда-нибудь запустим стрим Чанский, потому что я вижу, что рояль вообще меня не отпускает, и мне какое-то второе дыхание открывается по поводу этой игры. Спасибо тебе, Егор. Спасибо, Вань, спасибо зрителям. Удачи вам, побеждайте и пишите комменты. До новых встреч, пока.